Итак, 9 мая страна отметит 73-ю годовщину Великой Победы. Праздничные мероприятия пройдут и в Чебоксарах. В эти дни повсюду волонтеры раздают самый узнаваемый символ победы – георгиевскую ленточку. Песни военных лет, приглашения и поздравления звучат на 6 остановках общественного транспорта. Детский мир, универмаг Шупашкар, торговый центр Москва, улицы Афанасьева и Николаева. Акция продлится до завтра. Кроме того, получить ленту можно будет и на других массовых мероприятиях. В столичных школах проходит единый урок победы. Сегодня в 20 школах в каждом классе будет проходить урок, которые будут проводить студенты-волонтеры, старшеклассники или приглашенные ветераны. Подготовлены речевые модули, презентации. За завтрашний день планируем завершить и сделать охват каждого класса в каждой школе нашего города. «Помним сердцем» – девиз празднования Дня Победы. По традиции, основные события состоятся 9 мая на Красной площади. Парад Победы, вальс Победы, бессмертный полк, концертная программа. Завершится программа праздничным салютом.